Моя тренерская карьера началась в 2006 году. Я закончил с футболом. У меня травмы не позволили продолжать, травма спины не дала возможность продолжать карьеру футболиста. И меня пригласили в молодежную команду «Спартака», которая была в структуре Академии «Спартака». И с того момента я провел в клубе «Спартак», занимая практически все должности тренерские, которые есть в структуре, до 2020 года. Да, здесь, в Армении, в начале, когда я приехал, это был клуб «Нуа». После клуба «Нуа» в прошлом чемпионате это был клуб «Арарат». И сейчас, по окончании контракта в команде «Арарат», поступило предложение из «Урарту». Естественно, за те полтора года, что я был чуть больше здесь, в Армении, я понимаю уровень чемпионата, понимаю возможности игроков. И я не скрывал, что мне нравится здесь, в Армении. И когда поступило предложение, я принял его с радостью и на следующий день приехал в команду. Естественно, мы начинаем нашу работу с знакомства, личного знакомства с футболистом, потому что против команды «Урарту» мои команды играли довольно-таки часто, потому что в чемпионате Армении немного команд, и чемпионат проводится 4 круга, естественно, 4 игры за год с каждой командой. Естественно, футболистов, ты знаешь их качества футбольные, но ты не знаешь их личные качества, ты не знаешь их настоящие возможности, которыми, возможно, обладает каждый из футболистов. И наша задача тренерского штаба – достать все, все из футболиста, чтобы он поверил в то, что он может развиваться дальше, что он может расти, и что то, как он играет сейчас, это далеко не его предел. Вот определить это, развить, а уже в каких условиях мы будем это делать, это будет зависеть от многих факторов, с которыми мы сейчас начинаем также знакомиться. По поводу задач на сезон, задач на чемпионат, на отдельные части чемпионата, эти задачи я лично и наш тренерский штаб ставит самые максимальные, где бы мы ни находились. И, естественно, мы желаем, чтобы наши футболисты добивались поставленных целей. Цели самые высокие, я уже о них говорил, и будем к ним готовить футболистов. Я думаю, что самое важное – это здоровая конкуренция, справедливая конкуренция, спортивная конкуренция. И в этой конкуренции развиваются молодые футболисты. И, естественно, мне очень приятно, когда это футболисты воспитанники этого клуба, потому что клуб очень много делает для воспитания футболистов, создает им очень хорошие условия. И я хочу, чтобы все игроки команды знали, что здоровая конкуренция будет подталкивать их к основному составу и к улучшению их футбольных качеств. Я очень хочу, чтобы этот прекрасный стадион, который находится на территории базы «Урарту», наполнялся народом. Когда я приехал в Армению, это был период пандемии, и, к сожалению, трибуны были вынуждены закрыты для посещения футбольных матчей. И мы, наш штаб, одну из задач для себя ставим, чтобы команда приносила эмоции всем тем, кто приходит на стадион. Потому что футбол – это игра для болельщиков. Я хочу, чтобы болельщиков было больше. Я приглашаю всех на стадион. И я хочу, чтобы мы, команда, дарила эмоции и победы.